смотрим на мост. Для них это дошел, пошел мост, видел, 100 раз уже видел этот мост, зачем идете в мол. Для меня это шок. Ты что? Ты же здесь живешь, тут такие красивые места, города, вещи. Для нас это такая мечта, просто там быть, сфотографироваться, не знаю, увидеть. Для них это, ну и что, ну и пошли, я лучше пойду в мол, куплю себе новые джинсы. Но это не все, это я не хочу generalize, говорить, что все такие, но много из моих друзей не такие, к сожалению. Анжелика спрашивает, говорит, ну наконец, расскажи о самом переезде, как и почему, как ты адаптировалась, родители, как дальше развивалась и пришла к YouTube. Приезд, я очень быстро адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить. И не знаю, я такой человек, что мне очень легко адаптироваться.